В 2019 году стоит аномально теплая зима. И предполагаю, что и весна, наверное, будет ранняя и теплая. Поэтому решила сегодня посеять виолу. Сеять я буду вот такие семена. Виола Витрака Матрикс. О, Мамот. Мамот. Матрикс — это у меня вот это. Вот Матрикс. Вот, открыла вот эту пачечку Мамот, и оказалось, что не гранулированные. Надо посмотреть, какие были заявлены. Ну, вот сейчас начала высевать. Взяла я микс. Темные, светлые семечки попадаются. Ну, высеваю, как и все. Беру шпажку, там по несколько зернышек попадается. Вот, и раскладываю. Сделала 4 бороздки. О, 25 штучек бороздочки. Вот, раскладываю. Ну что ж, сорт Мамот я посеяла. Вот. Землю я предварительно запарила. Она еще тепленькая. И сейчас я буду присыпать песочком посев. Совсем немножечко. Вот так вот щепоточкой просеянный песочек. И он мне не очень сухой, но ничего. Вот так вот слегка. Почва влажная, в которую я сажала. И песочек чуть влажноват. Прям совсем. Потом буду опрыскивать, и все размоется. Может, вот не очень как бы рассыпчато получается. Ничего. Семяночки прикрытые, и этого достаточно. Все взойдет. Грунт тепленький. Все. Сажала я в чистый верховой торф фирмы Агробалт. Я постоянно пользуюсь. На дно я положила вермикулит. Так, если вдруг излишняя влага будет, так как вот эта вот посудинка у меня лоточек без дырочек, без дренажа. Поэтому в качестве дренажа я положила вермикулит. Так, ну вот. Сейчас засыпем. Поливать не буду, так как почва влажная, я уже сказала. Только опрыскаю. Вот. Сейчас доделаю позже. Сейчас вам хочу показать, что у меня растет на сегодняшний день дома. Так, это у меня сохраняются эустонки прошлогодние. Вот они у меня в горшках. Это бальзамин. Розочки такие махровые, алые. Большой разросся. И с него череночки буду брать. Так, и приготовлена земля, чтобы рассаживать эустомы посев. Сейчас я вам покажу. Запарила тоже кипятком. Вот это сохраняю эустомы. А вот, сейчас я свет выключу. Посевы. Вот они. Сеяла я рано. Они уже большенькие. И также я сеяла. Сейчас не знаю, будет видно, если выключу свет. Вот. Тоже эустома и бегония. Бегония у меня здесь разная. Это вот сорт Illumination. Подвытянулась. Ну ничего, я ее почеренкую, если что. Бальзаминчик вот тут есть. Ампельный. Тут еще есть, но у меня такое подозрение, что клещ напал. И я, в общем-то, и увидела. Но борюсь. Вот. Здесь и эустомки. Уже достаточно большие, что даже сомкнулись. Видите, листья. И прищипывала уже некоторые. Вот видите, прищипнутый. Ну, прищипываю, да. Вот, так что их уже пора рассаживать. И бегонии, клубневая иллюминейшн, и эустомки, и бальзамички я уже побольше посадила. И еще вот у меня есть бегония, это боливийская. Вот она, боливийская, такая хорошая. Осеяла я ее семенами, взятыми у конкурентов на рынке, прямо из кашпо попросила, и мне прекрасно предоставили эту возможность. Собрала семена и вот посеяла. Видите, тоже можно сэкономить. Вот, череночки я беру, там калибрахол, все.
У нас дружеские отношения, поэтому можем себе позволить меняться чем-то на рынке. Здесь у меня вот тоже стоят эустомы. Так, вот в горшочках. И вот тут на столе тоже. Ну, свет, конечно, такой, что для съемок не очень хорошо. Давайте попробую погасить. А, нет, далеко. Вот так вот видно будет. Вот. Эустомы и бегония. Элатиор. Не все выжили, правда. Остается только подписать посев маркером, не смывающимся. Так. Мамот. Ну, я пойму. И дату. Сегодня у нас 25.12. И вставляем вот сюда. Вот, вот так. Все. Посев у нас виолы закончен. Будем ждать проращивания.